Приветствую всех, с вами Маркелов Борис. Итак, вот заказывалась посылочка из Китая. Снимаю распаковочку. Ну, я-то знаю, я думал вообще она придет чуть-чуть в другом виде, как судя по описаниям, судя по рассказам очевидцев, которые эту посылку получали. Сразу скажу, что заказывал я ее за полцены, так как у меня есть Яндекс.Деньги, и за полцены я ее заказывал. Вот такой вот коврик самоклеящийся, вот такой вот коврик пришел. Так, вот такое, вот такая штука, которая с кнопочкой типа должна работать. Ну и сам герой этого видео, вот этот регистратор модель V7. Много читал о нем, то есть тоже расходится мнение. Кто-то говорит хороший, кто-то говорит плохой. Да фиг ее знает. Поживем, увидим, проверим, лишь бы работал. То есть говорят, что ложные срабатывания. Ну что вы хотите вообще? Сколько он там стоил? 600-700 рублей. А мне вообще за полцены достался при помощи вот таких и тех бонусов от Яндекс.Денег. Будем ставить машину, смотреть, как себя покажет. Ну, в принципе, так-то вроде ничего. Ну, единственная доставка, вот он, вот такой вот V7. Причем выпускается достаточно давно. И вот это, говорят, разъем ни о чем. Разбирали, смотрели, как-то его чиповали. Здесь разъем под питание. Что у нас еще там осталось? Радар, детектор. В принципе, и на русском языке есть. Ну, нормально, за такие деньги, я считаю, нормально. Спасибо продавцу, пришло буквально быстро, можно сказать, вообще моментально. И, ну, если сравнивать вот эти пандемии и все остальное, пришло моментально. Далее запишу видео, как это все работает. Ну и спасибо AliExpress некоторым продавцам, которые работают достойно. Потому что еще будет одно видео. Я покажу магазинчик, где не нужно заказывать на AliExpress, особенно из России, с доставкой товары. Всем привет. Ну вот мы плавненько переместились в машину. Наклеил я коврик. Коврик. И будем ставить сейчас эту штуку и смотреть. Кататься я буду чуть позже. Вот так она ставится. В принципе, плотненько держится. Осталось только проверить на работоспособность. Итак, провод я присоединил. В прикурку я все ставил. Hyundai Elantra. Все у меня из Китая. Даже вот эта магнитола из китайского магазина. Но пришла тоже быстро. Так, включаем эту штуку. А почему? Так, ну магнитола у нас зашумела. Значит, питание должно было пойти. Ну, а вот регистратор. То есть, да, регистратор у нас как-то антирадар никак не реагирует. Сейчас будем разбираться. Ну, короче, смотрите, какая история. Включаю радар, он не работает нифига. Ну, так как мы люди-то нормальные, люди живые, разобрал, оказывается, провод минусовой, он здесь красный, он просто оторвался от вот этой штуки, где он должен крепиться. Ну, пойду сейчас домой, приварю его, там, припаяю и буду дальше снимать, проверять. Ну что, ну бывает. Ну это уже мелочи, сейчас продавцу напишу, пускай часть денег возвращает собака. Ну все, ребят, все, наши победили, смотрите. Он даже по-русски разговаривает. Это громкость. Это убавить громкость.
разговаривать по-русски. Если по-русски не разговаривает, зажимаете кнопку меню краткосрочно, и она у вас начинает переводить по-русски говорить. Так город, трасса переключается. Ну, а все остальное буду снимать уже по ходу пьесы, когда поедем куда-нибудь. Всем привет.